результат, как и матчи, печален, он отрицательный. Но если положительно, то, что ребята получили опыт. Без этого опыта нам невозможно сделать шаг вперед. Самое главное, это, наверное, сейчас для них почувствовать, чего им не хватает, над чем нужно работать и пытаться стать лучше. Они находятся в том возрасте, когда я им постоянно об этом говорю, что завтра каждый из вас может стать лучше. Зависит от вас, от качества вашей работы, от вашего желания. Я играл, я был игроком сборной, я знаю, что даже в возрасте у нас происходит, что мы боимся. Мы внешне уже научились избавляться от этого, но внутри, выходя на поле, мы все равно боимся сами себе. И в первую очередь, еще раз говорю, мы проигрываем сами себе. Поэтому тяжело, но это нужен не один такой турнир. Чем больше таких турниров, тем понятнее, мы быстрее будем избавляться от этого. Но мы наступаем все сборные, и из года в год на одни и те же грабли. Первые матчи, первые турниры, если проанализировать, даже вот интересно, получится, что мы почти все проигрываем. Потом, когда мы вкатываемся, у нас есть шанс, надежда на какую-то борьбу, но в принципе мы ее и навязываем, но это будет в дальнейшем.